Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info, перед нами телефон Realme C25S, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве поменять мелодию будильника. Для этого мы заходим в приложение «Часы», где мы наводим будильник, нажимаем на нужный нам будильник, дальше нажимаем «Мелодия сигнала». Здесь видим множество разных предустановленных будильников, а также возможность выбрать какую-то свою песню из файлов или выбрать мелодию, адаптированную к погоде, то бишь у вас будет мелодия меняться в зависимости от того, какая погода снаружи. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!